Здравствуйте! Получше настройте контрастность ваших экранов и мониторов, чтобы не увидеть на нас сине-черное и золотисто-белое платье. С вами рифмующаяся тройка ведущих Тимур, Артур и Артур. Это прям рифма. На заметку могут взять многие певцы из Кавказа. Да, сейчас все поэты сидят и за тобой записывают. Да, да. А есть за кем записать? В последнее время в соцсетях две темы идет. Вот это цвет платья и ты чё такая дерзкая. Вот может ты слышал тоже песню. Да, собственно, одно из другого, походу, вытекает. Да? Да, ты да. Какое видел? Я, если честно, не знаю, всегда видел одно платье, оно было всегда бело-золотое. Ты чё такая дерзкая? Да. Вот, ну вот, например, я точно видел темно-синее, поэтому это как-то не... Мы друг другу сейчас не верим, да, тупо получается. Это, да? Наверное, ты сейчас на меня смотришь и на мне вместо чёрное... Черно-коричневого, да, как какой-то другой цвет. Нет, зеленый цвет тебе к лицу, кстати. Но ситуация с платьем показала, что у нас в стране, оказывается, очень много дальтоников. Но самое главное, чтобы мы всегда разглядывали черный цвет. Послушай, ну это слишком дальтоников много. Так. Черный цвет? Черный цвет. Интересно, к чему этот парень это ведет? Ну, вот лично мне кажется, что он намекает на... темный черный цвет чьих-то глаз. А именно таким глазам он дарил на 8 марта подарок, нет? Да, вот эта знаменитая ситуация с невыспавшимися людьми, черные глаза. Да, я думаю, все это интрига к тому, что у нас сегодня в гостях, дорогие друзья. Да, вот он уже подготовился. Человек, песни которого знают даже, я не знаю, ну, даже мой кот поет эту песню. У нас в гостях Айдамир Мугу! Браво, встречаешь? Снова ты капризная, но моя любимая, разбиваешь сердце пополам. Как огонь ревнивая, но моя любимая, быть с тобой то рай, то сущая. Ну, Айдамир, расскажи, вот, как ты к нам добирался, как ты вот у нас оказался? Ну, очень удачно доехал, все хорошо, приехал с Владикавказа, там было выступление. Айдамир, а вот есть такое желание бомбануть такую хитяру, чтобы черные глаза забыли раз и навсегда? Я не знаю, как будет называться, там белая нога, зеленая рука. Красная рука, да. Или украденная невеста, ушла невеста или развелась невеста, я не знаю, как это будет называться песня. Ну, это очень редкая на Кавказе тема. Да, да, необсуждаемая и не про то, что не поют вообще. Особенно, да, про зеленую руку, вы правы, да. Вот, просто есть уже материал, но материал не так просто сразу записать, приготовить. Поэтому материал есть, просто надо работать. То есть будем ждать, что... Знаешь, летом... мой прораб тоже так говорил. Я говорю, где дом? Ну, материал есть, надо работать. Надо работать. Ну, будем ждать, что летом на наших улицах из окон автомобилей, да, везде будут звучать снова песни Айдамира. Зеленая рука! Снова песня Айдамира Мугу, черные глаза. Сколько лет тебе было, когда ты записал черные глаза? Было мне 13 лет. Ну, как 13,5. То есть... Ух ты. Шел 14-й год. 13,5 ты вот стал вот так вот петь. Так сказать, нет, не то чтобы петь. С 13,5 лет я испортил жизнь людям, да. Ну как испортил? Нет, я не... Нет, например, я хотел сказать, что ты как-то вот своеобразно показал, вот, да, все... Ведь так же, да, ну где бы на свадьбе мы, на какой бы где не были, всегда играют черные глаза, и это как вот... Вот норма. Что касается этой песни, вот буквально перед передачей мы смотрели в интернете, оказывается, она вышла на очень многих языках мира. Угу. Я думаю, ты об этом знаешь. Ну, есть я она, слышал она, один или... вариант, может быть, два. Да. Сейчас ты услышишь остальные. Тут мы как бы... Есть песни, которые существовали, и тут нам еще немного... Еще существуют клоны твои. Есть таджикский Айдамир Мугу, есть итальянский Айдамир Мугу. Он такой зачесан. Я хотел бы посмотреть на итальянского, а таджикского взять себе. Спеть песню «Черные глаза». День рождения моей. Тебе кажется, что ты умеешь петь «Черные глаза», Айдамир? Да. И вот, хотелось бы
сегодня разобраться с этим вопросом раз и навсегда и спеть на всех языках разом. Да, и вот но если... так как петь из нас умеешь только ты. И читать умею только я. Да. И это был большой секрет. Раскусил. Да, это был большой секрет. Песня написана автором, знаменитым автором Google переводчик. Ага. Спасибо тебе, брат мой, Google. Официальный гимн Организации Объединенных Наций «Черные глаза». Вот так. Поехали. Поехали. Билышник швисцы швитала, джарные осчи. Сиги смуги сму туда, сильве туманы. Чедай денче кунчанья, охиес язюндань. Мазалайды тынен берми, карак из дюрин. Шварца аугюн лифт. Денген зиген даген, шких штербен черные очи. И тельки про тебя я мрию, о вас не грузо. Рекорды Морендо Нери, Харнец, Нисана, Чашмон и Сиох, черные глаза. Оригинал! Черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза. Я только о тебе мечтаю, черные глаза. Самые прекрасные, черные глаза, черные глаза, черные глаза. Как-то так. А вот. Это еще не конец, друзья. И сейчас пошли другие языки. Да. Какие еще там бывают? Ну что, как бы задачу минимум на сегодня мы выполнили. Только что под эту только песню... Только что Айдемир спел эту песню бесплатно. Да. Под эту песню это сплясали... Единственный такой случай. Под эту песню только что засверкали все черные глаза нашей планеты. Не только, вся Россия. Я, ну, так-то мы шутим-шутим, но вся Россия на самом деле знает эту песню. Мы, да, честно, искренне Россия. Гордимся тем, что... вот такой вот человек, которого слушает вся Россия, и не только Россия, но и ближнее зарубежье, слушает этот человек, и он сейчас рядом с нами. Адемир, спасибо тебе за это. Но вам мы, спасибо. Как бы, это единственное, в чем мы сейчас тебя как бы поблагодарим. Дальше будет... А теперь иди убирай, да? Подожди, еще один момент. Спасибо, Адемир. За часы. На самом деле, там был итальянский язык, так что... Да. Нет, друзья, на самом деле, как бы... Хочется до конца уже растоптать сегодня нашу логику. Да. И поэтому давай перейдем. Есть у нас такая рубрика интересная. Угу. Мы для тебя подготовили очень такие интересные вопросы, необычные. Да, это очень умные вопросы. Я не перестаю это говорить. В это верить. Умные, грамотные, да, вопросы. Стандартная, ага, рубрика. Она заключается в том, что тебе задают резко вопросы, и ты должен вообще не резко. Думать... Резко. Это важная фраза. Резко, да. Четко, ты должен резко. Так... Главное, прочти резко. Да-да-да. Будьте на кандалах. И ты должен выключить логику и ответить вот любое, что тебе приходит на ум сразу. То есть ответ не должен быть правильным, что ли? А там нет можно... там правильного ответа нет. Да. Там ты поймешь по вопросу. Все, я понял. Короче, тут условно вне рамок логики, но в рамках морали. В рамках цензуры. То есть. В общем, он тебя запудрил, тебе, да, мозги, да, назад. Это я специально делал. Все, я понял. Такое, да? Готов? Начинаем. Еще раз, я буду задавать быстрые вопросы, тебе надо, не задумываясь, на них также отвечать. Я так же понял. Все. Поехали. Как ласково называют страну Папуа-Новая Гвинея? Папуаночка. Как назовут девушку в честь коллайдера? Коллайдерка. Коллайдерщица. Что бы ты сделал с озоновыми дырами? Расширил. Мэр Москвы. Да, Лучков тоже так думал. Как будет по-испански фраза «жесть»? Это не испанский, это какой-то... Житос? Житос. Это чипсы так называются, да? Житос. Твое любимое блюдо из чупакабры? Из чук... Ой... Не знаю, легкие чупакабры. Легкие чупакабры. Что лучше не покупать в интернет-магазине? Людей. Это такой, а сейчас личный опыт. Я такой. Имею в виду торговлю. Однажды мне подснули. Плохой продукт. Просроченный. Да. Лев встревожил твое серьезное выражение лица. Любимая фраза физкультурников. Раз, два, три, поехали. Что за фраза? Это таксист считается. Да, Юрий Гагарин последний раз и говорил. Да, раз, три. Как называется университет обучения тамады? Темодуа. Темодуа во Франции, да, такой? Да. Французский государственный университет. Как друзья ласково называли Спайдермена?
Спаюшка. Спайсушка. Спайсушка, это уже немножко не... Молодец, убийственно. Вот, ты только что посвящен вне британца. Ты только что сломал мне мозг. Я пошел спать. Не, очень круто, очень серьезно. Особенно мне понравилась на французском, на испанском фраза «жиитос». 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 Ну, может быть, это оно войдет... В словари. Ну, да. Новый дагестанский словарь. Новый небританский словарь. Небританский. Вот так вот. Надо его составить, на самом деле. Кстати, вот с этого слова я тебе обещаю. Есть идея, что... есть идея. Небританский словарь и самые глупые, самые неудачные фразы. Ну как неудачные? В данном случае она очень даже и удачная. Может быть. Житос, друзья. Сейчас мы хотели поговорить о тебе, о твоих планах, о твоих каких-то дальнейших... Ну, на самом деле, для человека, которого знает вся Россия и от которого вся Россия ждет таких же хитов, я думаю, ну, сложно как-то вот, вот как ты говорил, удивить или... Держать планку. Да, вот эту планку. Как тебе удается вот уже столько, с 14 лет, да, уже вот 10-й год ты на вершине, ты там, как говорится, рулишь. Как рулить вершину? Как, не знаю, это случайно все получилось. И у меня были немножко вообще совершенно другие планы по поводу вершин. Я должен был учиться не в Москве, а в Краснодаре. Должен был учиться не в ГИТИСе, а на строительном. Поэтому все изменилось и все пошло в ногу с судьбой. Так что, не знаю, сейчас также все происходит. Появляются песни, которые людям нравятся. Бывают, снимаем клипы, пытаемся... как говорится, крутиться есть. Была такая интересная добрая беседа, и хочется продолжить доброй такой же фразой. Я имею в виду следующую нашу рубрику, она называется «Один на один». Пошли. Суть она заключается в том, что ты кого-то из нас троих выбираешь себе противником, соперником, и будет соответствующий конкурс на что-то. Я понял. Батл. Некий батл. Тебе надо выбрать кого-то из нас, кого как бы... Как говорится, ты давно хотел вывести на чистую воду, а я не зря оговорился. На чистую воду? На чистую воду. Ну, ты знаешь, надо вывести тебя, мне кажется, на чистую воду. Я тоже так думаю, кстати. Ты часто бываешь в Майкопе, я не знаю, по какой причине мы узнаем. Выведем тебя на чистую воду. Смотрите, сегодня вывод на чистую воду. Итак, мокрая рубрика «Один на один». Играют Артур Хасанов, Айдамир Мугу. Смотрим. Смотрим, да. Айдамир, сейчас у нас будет батл, так скажем. Музыкальный. Нет, не музыкальный. Мы будем играть с тобой в карты. Суть проста. Давай я возьму. Может, я покер? Да. В покер мы обязательно с тобой сыграем как-нибудь в другой раз. А сейчас мы сыграем такую простую игру, которая называется... У кого больше карт она называется? Я не знаю, как она называется, сейчас мы придумаем ей название. Mm-hmm. Да, после того, как сломаем этот стол. А что мы делаем? Мы с тобой вместе делим вот это все, да, ну, на две какие-то колоды. Сейчас мы их перемешаем как-нибудь, да, чтобы не... И каждый будет доставать одну карту сюда на стол. У кого она больше, тот и победит. Может, я предлагаю не доставать, а просто делать вот так вот? Не, я думаю, будет лучше, если мы будем их доставать. А, то есть просто дать без удачи, а то, что получилось, то и получилось. Да, на удачу. Это, может, помешаем чуть-чуть для начала. Ну, я знаю, что ты это хорошо делаешь. Я, пока ты будешь мешать, расскажу тебе и зрителям, что будет потом. Потому что я это делаю сейчас с волнением. Здесь стоят стаканы, они с водой. Мне сказали, что она теплая. Ну, на самом деле. С комнатной температурой. Но я, да, вот сейчас вот трогаю. Здесь реально вода, которую я пью. Вот. Кто проиграл? Того мы обливаем водой. Поехали. Играем до тех пор, пока у кого-то, вот это моя часть, вот это твоя часть, у кого не закончится. Угу. Кто первее? Стакан. Давай, поделим ее на две, ты уже перемешал? Я, да, помешал. Перемешал? Нет, я меш... давай. Я предлагаю ее, да, вот так, как на две поделить. Сейчас, ты перемешай, а ты сдвинешь. Давай. Вообще, я тебе как бы, я знаю, что ты очень хороший игрок в покер. Да, да, да. И я сомневаюсь, что ты играешь честно. Я? Я всегда вру. Видишь? А сейчас будет туз. Оп, ну почти. А можешь еще раз сделать. И пусть показывает. Мало ли. Все, я помешал. Я думаю, можно. От этого не спасешься, ты делишь. Да, я вот ее вот так вот поделю. И еще вот так вот.
еще вот так вот сделаю, потому что ты шулер, еще тот. Знаю, это будет твоя часть, это моя побольше пусть будет часть. Хорошо. Достаем по одной карте, кто у кого больше, того обливаем. А кто первый достает? Вместе. Потому давай. Что я не хочу. Ну мы ну, делаем, да. Раз, раз, два, два, три. Так. Что мы делаем в случаях, если ничья? Мы эту ничью запоминаем. И следующий кто получает два. Так это в правилах не звучало, но... Но мы как бы всегда придумываем правила на ходу, как хорошо. Ты понимаешь. Тогда давай. В следующий раз, когда я достану больше, я делаю три. Раз, правила придумываются на ходу. Раз, раз, два, три. Ну я так и знал. Ну я так и знал, я не хотел этого делать. Ну, так уж получилось, ну, началось. Что придется это сделать. Давай я. Ну почти, почти. Это со мной все в порядке, просто здесь. Так, карты придется. Это вода. Карты придется покупать новые. Да, карты мы можем вот так вот выкидывать вниз, они нам уже не нужны. Ну что, давай дальше. Так, у меня один стаканчик ушел, это тоже убираем. У меня осталось всего лишь 4. Поехали. Раз, раз, два, три. Один стаканчик, я думаю, а ты, Мир, я честно тебе вот сейчас скажу, что я искренне вообще люблю все твои песни, искренне слушаю тебя, искренне вообще, да, фанат. Но больше всего мне нравится делать вот так. Так, понятно. Поехали дальше. Я понял, зачем у меня такой черкес. Почему-то мне кажется, что в твоем стакане было больше воды. Ну, всякое бывает. Давай, готов? Я готов. Давай, раз, два, три. Ну, не будем тянуть. Оболью тебя просто. Так, ищ... Но, у меня осталось 3 стакана, у тебя еще 5. Ты уже понимаешь, да, что разница есть? Карты, знаешь как, они любят... Ты знаешь, почему-то у меня начинает мокнуть... У меня оно тоже начинает мокнуть, потому что у меня только... Я имел в виду про ягодицы, вообще-то. Вот я тоже за это имел в виду. Давай, готов? Раз, два, три. Дмитрий, я вот это сделал от всех, кто не любит песни, пожалуйста. Так это будет много. Надо брызгать. Не-не-не, будет... Мы говорили брызгать. Мы говорили, когда обливать. Ну, хорошо. Это для всех тех, кто не любит песни «Черные глаза». Ладно. Там много воды. И что самое интересное, в этом виде я поеду домой. Запасных вещей. Поедем вместе. У меня тоже нет. У тебя тоже нет? У тебя стаканы увеличиваются или... А, нет, подожди, это пустой стакан. Ну вот, это уже другое дело. Здесь уже вода. Здесь уже вода. 4-3 пока у нас, давай. Ну что? Поехали, давай. 3 против 4. 3, 2, 1. А что это такое за двойной стандарт? Еще раз. Ты на всякий... Давай другие тогда. Ставь четверку. Давай другие. Не-не-не, ты шулер. Ты шулер. Давай шулера. Вот четверку я кладу и все. Четверку обратно положи. Хочет это использовать меня. Не, ты достал две карты, если вдруг одна была бы меньше. Что бы мы делали? Давай. Ладно, у меня 2 шестерки тогда. Дай мне 6 обратно и ты положи 4. Все по-честному. Вы понимаете, да, почему Айдамир выигрывает всегда в покер? Давайте перемешаем его. Нет, нет! Ладно, тогда мы перемешаем, хорошо. Но я сейчас выливаю на тебя воду. Так. Потому что уже было названо 6-4. 6-4, хорошо, было 6-4, ты сейчас выливаешь воду, но мы заново начинаем. Ну что, поехали. Я пытался попасть тебе в рубашку, но... Не получилось. Но ты попал, я тебе скажу, что яблочко, так скажем. Ну... Ну что, давай, давай. Я должен выйти, следующий. Мне кажется. Ты опять сдвинул? Нет, все, вот как есть. Одну только доставай. Давай, поехали. Раз, давай, два. Не показывай, я посмотрю, и ты посмотришь, и мы поймем, у кого давай. Старше. Раз. Я знал, что вольта ты не побьешь. Так. Еще один стаканчик. Ну что, твое здоровье? Мое здоровье, друзья. Да что ж такое, чуть прицел не сработал. Хорошо, что я надел вот эту вот. Без... А, ну а это... То, а то, так сказать, наша передача вышла вообще другие рамки. Я спокоен, потому что я знаю, что 4 ты точно меня не выиграешь. 4? Я хотя бы из 4 должен 2 это сделать. Давай еще раз так же делаем, чтобы я просто понимал, старшая карта у меня или нет. Мне кажется, все равно старше будет. Я не знаю, я боюсь. Я готов с тобой поспорить сейчас на деньги даже, что у меня старшая карта.
Я могу даже ее показать. Тихо! Подожди, подожди. Теперь мы уверены. Он придумывает правила наугад. Это как бы наша передача, я могу делать все, что... Все, что угодно, я согласен, у меня король бугей. Как говорится... Добрый вечер. Не Британия выигрывает Айдемир. Да. Ну, я могу высохнуть и так, кстати. Я тебе знаешь, как скажу? На самом деле, я знал, что ты хороший игрок в карты. Облил меня вот так вот. Смотри, что дальше было, чтобы ты просто понимал, что происходило. Ну, восьмерка, это уже ты проиграл. Даже вот тут я тебя выиграл. Даже вот в таком случае я ничего не мог поделать. Но, раз у нас остались несколько стаканов, я предлагаю выпить с тобой тост. Нет, я против. Почему? Я против пить с тобой тост. Я как старший за этим столом. Хорошо. Хочу поднять этот тост. Хочу поднять этот тост за то, чтобы твое будущее, оно вот насколько сегодня высоко ты стоишь, чтобы ты поднимался еще выше и выше и выше. Давай за это выпьем. Только пьем до дна. Пьем сколько можем. Пьем сколько можем? Да. Хорошо. Я знал, что... Это был Айдемир Мугу у нас в гостях. Да. И мы еще вернемся, потому что тот, кто выиграл, да, вот это обязательное, потому что здесь у нас много чего происходит. А тот, кто выиграл, ему приготовили некий сюрприз. Айдемира поздравим и ждем наших друзей сюда, пока мы высыхаем. Согласен. Все, поехали. Ну что? Ну что я хочу сказать? Накопилось. Хотелось бы сказать, что у вас очень нечестный товарищ. Очень. А не для всех я здесь товарищ, ты тоже как бы. Скажи, почему? Вот так вот гостей принимают, скорочай очередь. Всю воду вылил на себя, не пойму. Не, я как гостеприимный человек. Я слышу это второй. Ты сейчас выглядишь, знаешь, как сантехник, который не мог мою трубу починить. Ты знаешь, как-то мы спорили вчера во Владикавказе с друзьями, они мне тоже проиграли, они тоже говорили о своем гостеприимстве. Вот, и ты сегодня мне тоже заряжаешь про это? На самом деле, да, я как бы играл лучше. Ты выиграл? Играл эффектней, так сказать. Нет, у меня вопрос к вам. Вы обливались водой или игра была настолько экстремальной, что вы оба взмокли? Вообще, на самом деле, он не играл нечестно. Если бы не выливание на голову и последнее торжественное алкогольное выливание, то я был бы вообще сух. Ну, в любом случае. Никто не выходил сухим из воды с нашей передачи. Здесь было как бы две игры. Одна как бы в карты, да, а одна в попади, как говорится, ближнего своего. И я как бы попадал чаще. Так. Ну, попадал в том смысле, что проигрывал, да? Ну, пока вы... Да, я попал, да, в этой ситуации. Пока вы окончательно не замерзли, давайте... Я знаю, вот Айдемир, мы не зря придумали именно такой конкурс, потому что мы знаем. Давайте тебя сразу как... снимем клип такой, вот такой голос развивается, Артура, да. Мы знаем тебя как любителя экстрима и адреналина. Это не просто так, потому что вас часто, вот особенно тебя и Султана Хажироку, часто замечают на горнолыжных трассах. Бывает, когда есть возможность. А бывает, вы еще и на лыжах катаетесь в этот момент? Ну, я катаюсь только на борде, а Султан сейчас только на лыжах. Так что, да, любим кататься, это круто. Как вот этот в этом году сезон прошел у вас? В этом году, к сожалению, откатался очень плохо. Времени не было совсем. И снег то шел, то не шел, то времени не было. Я скажу, что Айдемир, он для него, вот на самом деле, быть в горах не обязательно, чтобы кататься на борде. Потому что я знаю, что есть даже видео в интернете, когда Айдемир, как говорится, крепит себя к автомобилю. А, ну это да, бывают такие дикости тоже по городу, когда вот как раз мы не можем поехать кататься в Донбай или при Эльбрусе. Когда не можем поехать, вот я цепляю к машине и катаюсь по городу. Не знаю, я не считаю это дикостью, я каждое утро так на работу езжу. Причем и летом. Да, я понял. Летом цепляешься на скейтборде. Да, там не всегда даже скейтборд, там Владина, доска моей мамы, там слишком болтливый сосед, который не давал мне всю ночь спать. Я понял. То есть каждый раз, когда мама гладит постельное белье, она думает, что ж такая гладилка маленькая стала. Узкая. Да. Не, почему, когда ты сказал сосед, ты в мою сторону показал? Слишком болтливый. На тебе я пока еще не проехался. Это вырезаем. По мне еще проехался Айдемир с холодной водой. Не знаю, мне холодно. Вы мне льстите.
Не, на самом деле, как человек, который любит экстрим... Любит цепляться за машины. Да, не то, что даже любит. Да, вот экстрим, в общем, это мы для тебя специально подготовили. Это вот он придумал. Я знал, он может придумывать. Да, и... Чем мы как бы... Хотелось бы это все закончить, пока мы с тобой все-таки не заболели. Я понимаю, что ты в меньшей степени, но я в большей, пока мы не заболели, закончить это все песней. Да, вот и посвятили мы его окончанию горнолыжного сезона именно с приходом весны. Весна пришла, и птицы прилетают. Да. Вот. И вот. Зато вы, я перебью, Лука, зато вы готовы к любым политическим дебатам с Владимиром Жириновским. 100%. Да, с Владимиром Жириновским. Особенно ты. Однозначно. Я как бы на нем рос, так скажем. Так, и вот песня, импровизированный текст на песню «Княжна». Я знаю ее авторами, с Анжеликой Начесова. Надеюсь, она меня простит. Я думаю, что да. Так, и вот хотелось бы сегодня, кульминацией нашего выпуска, спеть эту песню. Вот от нашего друга, который нам всегда помогает. Да. Итак... трагическая песня об уходе очередного горнолыжного об исчезновении об исчезновении снега на адыгейском, да? Да. Короче, о речевых дефектах. Как растаял снег в горах. Не, о падении головой вниз снег. Да. Все, поехали. Начинаем? Да. Поехали. Вновь весна нежданная пришла. Трассы горнолыжные пусты. На скейтборде глажу майку я. Развожу я лыжами костры. Ты, конечно, мной желанна, но жестока ты весна. Без экстрима я увяну и лишусь навек весна. Я хочу адреналина, жить спокойно не могу. И скучают по вершинам Хаджирока и Мугу. Как же мне прогнать, не знаю, эту теплую весну. Белый снег, как свою память, в морозильнике храню. Зря смеетесь вы над нами, Анжелика и Лю. Достают велосипеды Хаджирока и Мугу. Хайдамир Мугу! Спасибо! Занимайтесь спортом, друзья!